Ребята, если вам нравится Pixelmon, то не забываем поставить лайк. Если вы не знали, но лайки дают большую мотивацию для записи еще одной новой серии. Плюс к тому, вы сможете попасть в музей подписчиков не только если будете активно оставлять комментарии под видео, но также если будете активно ставить лайки под каждым новым видео. Еще один большой плюс то, что если серия, которая вышла утром, набирает 500 лайков, то еще одна новая серия, то есть получается две серии за один день, выйдет чуть-чуть позже, а точнее вечером. Поэтому выход новой серии зависит полностью от вас. Я надеюсь, вы меня поняли и надеюсь, что вы запилите очень большой палец вверх за новую серию, за то, чтобы попасть в музей подписчиков и за то, чтобы еще одна новая серия вышла сегодня. Всем приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Десан. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. И добро пожаловать в наш пятый сезон, в 24-ю серию, да? А в этой серии мы выходим на охоту. Хоть сейчас уже и ночь будет, но я уже сразу сказал, что в этой серии мы будем идти на охоту. Левелболы есть, ультраболы есть, мастерболы, так знаете, на всякий случай у нас тоже есть. Если вдруг они пригодятся. Но. Перед тем, как мы пойдем на охоту, кстати, в предыдущей серии мы уже себе сделали фусил покемона, перед тем, как мы пойдем на охоту, давайте мы выложим вещи, которые нам в данный момент не нужны и которые, можно сказать, нам не пригодятся на охоте, да? Вот что я хотел. Я хотел просто увидеть, что это. Где-то бочоночки поставить. О, смотрите. Какой прикол. И это, если честно, классно. Сейчас, вот так. Вот. 4. Опа. Смотрите. 1, 2, 3. Опа. 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 Так, и сейчас, смотрите, мы их поставим, вот эти бочонки, возле деревьев. А зачем? А это, как бы, можно сказать, мы поливаем деревья или что-то в этом роде. А мы это не можем поставить, да? Нахрена тогда вот это делается? Fresh water. Это, может, пить можно? Хотя, нахрена это пить? А зачем это вообще делается? Кто-то мне объяснит? Потому что, мне кажется, ух, как слива нам голод пополняет. По половинке. Ну, в принципе, да, слив это много. Не, это, ребят, это даже поставить нигде нельзя. А за, что вообще с этим, что это делает? Fresh water. Допустим, да? Fresh. Тут даже fresh milk, fresh water. Знаете, наверное, это для чего? Это для того, чтобы... для того, чтобы варить еду или еще что-то сделать. Потому что, смотрите, я просто на секундочку включу гейм-мод. И смотрите, тут есть кастрюли, тут есть ножики, тут есть сковородки, тут есть специальные печки, тут есть стаканы, тут есть все. То есть вот этот мод, это вообще классное дело. И потом, в принципе, наверное, свежая вода, это, наверное, для вот этого. Потому что там есть fresh milk. А fresh milk это, например, ну, для каких-то десертов, мне так кажется. Так, сейчас, сюда что я хотел выложить, вот так. Поэтому прикольно. Да, еще раз скажу, да. Многие люди мне писали, чтобы я посвятил одну серию тому, что мы будем приготавливать еду, то есть посвятить вот этому моду на еду, чтобы сделать себе кучу еды, потому что, просто посмотрите, еще раз покажу. Бутерброды, всякие тыквенные пироги, всякие варенья, рис, гречка, гамбургеры, всякая рыба, бекон, яйцо. Ну просто вот, я даже ничего не буду говорить, просто посмотрите, сколько тут еды. Торт. И вот это все мы сможем сделать. Но, знаете что? Чтобы начать... А, точно, смотри, сейчас... Ну, хотя воду потом я тут, наверное, сам заполню. Ну, да ладно. Сейчас мы просто полетим искать новых покемонов. То есть выходим опять на охоту. Так, сейчас. Опять убавим, а то сейчас опять кто-то обосрется. За того, что включу джекпак. Потому что он громкий очень. И неожиданный такой. Я хотел вроде вверх полететь, да? Например, ну, куда-то вот сюда. Так, в эту сторону.
Да, в эту. Полетели. И смотрим на... О, смотрим на карту. Ну, уже не успели. Боссов нужно убивать, потому что даже если с босса... Хотя нет, в принципе, сама суть то, что нужно их убивать, потому что вдруг с босса выпадет мастербол. Да, у нас только в данный момент один мастербол, а лишние нам не помешают. Смотрим на карту. Или легенда. Прикол, легенда сейчас спавнится. Вряд ли, конечно, но все же. Desert Hills. Нужно спуститься немного. Ну, ладно. Летим в эту сторону пока. Сейчас уже можно спуститься. Так, главное не убиться. Опа. Фу. Так, знаете что, ребята? Если сейчас вдруг где-то кто-то заметит алтарь в саванне, кричите сразу. Сразу. Потому что я сейчас быстро летаю, я не смогу заметить. А вы сможете и на паузу нажать, и если что, пересмотреть, действительно ли там алтарь. Поэтому смотрим. Он как раз вот так на таких горах спавнится. О! Плюс к тому босс, плюс к тому деревня. Гул'дин. Замечательно. Главное не убиться. Опа. Где ты, чудило? Первым идет Тортера. 100%. Опа, класс, попали. Потому что Тортере еще осталось 2 уровня, и чё тянуть? Зараза, твою мать, а? Зараза, твою мать, а? Ладно, раз ты такая наглая. Ты чё, еще нашего свампер-то убьёшь? Гул'дин, ты не приопупела, если честно? О, ну наш галет сейчас тебя раскидает. Ультрабол, Несбол, лечилочка. Нормально, покехил. Но Гулет получил нормально так опыта. И ты Дюрс опять еще опыта получил, что тоже очень классно. Так, ладно, что тут вообще есть? О, кузница есть. Это классно. Насатики. Ну, вы нам, в принципе, не нужны. Так, зато сейчас посмотрим, что тут в кузнице будет. Так. Нам это в жопу пригодится. То есть нам это вообще нафиг не нужно. Но вы представьте, что вы заспавнились в одиночке, ну или где-то на сервере, допустим, где нужно выживать. Вы зашли на сервер, зашли в деревню, с деревни забрали сразу полностью железный сет. Вы забрали 5 обсидиана, не знаю зачем, но, допустим, забрали 5 обсидиана. Забрали железную кирку, которая позволяет вам сразу пойти в шахту. И также уже сразу забрали 9 железа, с помощью которых вы уже себе сможете сделать медь, сможете сделать лопату, сможете сделать... что еще? Сможете сделать себе топор, и все, и вы уже крутые. Фулл железа... Топор, фулл железо и фулл инструменты. Все. И вы только тут пришли. И это все вас ждало. Просто сидела, ну как сидела, лежала, да, и ждала в этом. В деревне, в сундуке. Только я не знаю, что, смотрите, у нас уже просто везде фулка, что выложить. Допустим, вот это. Что еще можно тут выложить? Фиг его знает. Ладно, полетели, ребята, дальше. Не будем мы заставиться на одном месте. Опа. Класс. Согласен, класс. Только смотри, как запряталось. То есть, если бы малейшего внимания я бы не обратил, то я бы это даже не заметил. Даже на карте. Ну, на карте более-менее видно, но... Так. Опа. Тихонько спускаемся. Без резких движений. Так. Смотрим. Железо пригодится. Железо, согласен, пригодится. Так, что сюда можно выложить? Что еще сюда можно выложить? Давайте вот это, да и вот это выложим. Так, а сюда вот это выложим. Это заберем. И это даже заберем. Заберем. Ху. Офигеть. Ладно, дальше. Смотрите, ребята, на карту. Еще раз повторюсь, вдруг вы алтарь где-то заметите. А то я могу пропустить, а вы заметите, и потом не скажете, где он был. Так, сейчас, секунду. Полетели. Я хочу джунгли найти из-за того, что там, ну, в принципе, покемоны новые, да? Но из-за того, что...
что там может быть какая-то новая еда, в том смысле, что там же какие-то новые деревья растут, например, те же бананы, что еще там может расти, бананы, ананасы, какие-то тропические деревья, так, это кто, ну, Диглет, поэтому я и поэтому я хочу найти, ну, джунгли. Смотрите, какой тут красивый вот этот, я не знаю. Да не яма, а какая-то фиг его знает. Впадина. Ну, я там видел босса, да, я видел босса, но если я уже туда вернусь, то его уже там не будет. Так, алтарчик. Если мы найдем алтарчик, это будет очень круто. Это будет даже очень круто. Потому что я сразу пойду прокачивать себе орб, чтобы заспавнить себе молтрес. Это уже вроде молтрес спавнится. Да твою мать, а! Ну смотрите, то есть мы пролетаем и все, мы уже туда не можем вернуться, потому что босс исчезает. Так, ладно. Полетели мы дальше. В какую сторону, скажите? В какую сторону? А, ну тут у нас пустыня. В пустыне вдруг Грудон, да? А там у нас... Ну там у нас равнина, в равнине... Не знаю, вроде никто не спавнится. Ну ладно. Так, давайте еще немного спустимся. Опа. Так, и дальше. Это кто там? А! Квилава. Или это Тайфлоужен даже? Сейчас посмотрим. Опа! Тайфлоужен, но Тайфлоужена тут нету смысла бить Тортера, и поэтому быстренько его убьем. Свампер там. И Тортере еще один уровень остался. Поэтому... Сейчас мы быстренько попытаемся его прокачать на каком-то большом уровне. Ну, например... Стой на месте, стой на месте. Стой на месте, трехголовый. Вот. 49 уровень. Да. Не убей, пожалуйста, не убей. Класс. И сейчас мы тебя заточим. Да как, я же поменял на Свамперта, как... Я поменял на Свамперта, а ты убил Чармандера, ты чё, чудак твою. Бред какой-то. А ну да, в принципе, от пиком его смысла нет бить, он же, можно сказать, птица летающий, но мы его и так убили с одного, вот этого, удар. Тут зараза Чармандера убила. О, еще боссик. А кто это? Мэджикарп, класс. Вот, я тебе вижу, да? Это ты. Ух, ну ты... 64-й. А, да не, мы тебя убьем. Главное... Хотя нет, ладно, падайте много вещей. Пускай. Еще ультрабол, нифига себе. Фу, я даже не знаю, что нам уже выкладывать. Давайте вот это. Full set. А это нам... Это нам не нужно, ребята. Зачем нам сет... Сет брони вот тут. Логики, если честно, нету. Ну да ладно, 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 ладно. Так, во, как раз большие... Ну, горы, можно сказать. Саванне и алтарь спавнится вот тут, поэтому внимательно следить. Ух, красиво. Ну как, мне нравится. Если, например, вот так, да? Вот так. Так, дальше. Ребята, вы можете в группу ВКонтакте ссыл... Ой, быстро-быстро к боссу. Желтик. Вы можете выкладывать какие-то красивые скрины в группе ВКонтакте, ссылочка на которую есть в описании. То есть, знаете, увидели какой-то красивый пейзаж, выложили. То есть, мне будет интересно даже посмотреть, какой скрин вы сделали. Он походу в земле, что ли? Ладно. То есть, мне будет... О, еще босс. Не успели улететь. Это кто? Эконс. Класс. То есть, ребят, мне будет интересно посмотреть на ваш какой-то там красивый скрин, если он действительно красивый. Так, давай. Ай, сейчас. Ну, я не знаю, как. Попадем, не попадем. Почти. О, попали. То есть, есть желание, делайте скрин, выкладывайте, и мне действительно будет интересно посмотреть, где и какой пейзаж вы нашли и сделали скрин, да? Там еще и боссов куча. Бэкпак. Как сделать большой бэкпак? Big Orange Pack. А у нас какой? А вот как делается вот этот Tanned Leather?
Ребята, кто-то в курсе, как делается Tunnet Laser? То есть показывает... А, вот. Она пережаривается. А как делается тогда Bound Laser? Ага. Нить. С шерстями вроде можем сделать нить или нет? Ну да ладно, потом мы сделаем. Просто смотрите, сейчас у нас даже места нет. Ну ладно, вот это мы выкинем, допустим. Ну даже, допустим, вот это мы выкинем. Вот это мы выкинем. Вот, все, нормально. Полетели дальше на охоту. Ну как на охоту? Мы же еще пока никого не словили, но поэтому это и есть охота. Ух, Ninetales. Ninetales, ты нам... О, все, 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 ребята, 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 наш... Ой, не Тортера, нет. Наш Тортера уже 35 уровень, все, его можно уже выкладывать в компьютер. Так, опа, всем по чуть-чуть опыта, нормально. Драгон, ух, Драгон Рейдж. Эволюция Чармандера, ребята, наш Чармандер эволюционирует. Так, я пока в блокнотик смотрю на людей, которые попадут в музей, но никто не знает их имена, да? Зато я знаю. Зато я знаю их имена, никто не знает. Ладно, полетели дальше. Чувак, я... Ох, а еще одна эволюция. Ты Дюрса на 30 уровне. Давай, жалко, я не вижу, как ты эволюционируешь, потому что две эволюции подряд. Ну, ладно. Сколько... Ща. Извиняюсь. А сколько боссов мы уже убили? И нам не выпал ни один Lucky Edge. Нам не выпал ни один XP Share. Объясните. Объясните, почему. Фиг его знает. Урсаринга мы прокачаем к 35 уровню. Красавец. Красавец. То есть уже одного покемона мы добавим в музей нового. И также мы еще добавим Чермиллиона в наш музей. Да. Так. Джунгли, появляйтесь. Нафиг появляйтесь быстренько. Алтарь? Нет. Ну, если мы найдем... Даже тот же зимний биом нам нужен. Охренеть. Вы видели такую большую гору? В саванне. Летающие. Ну, как не летающие, тут есть летающие острова. Смотрите, какое летающее дерево заспавнилось на одном блоке в воздухе. На одном блоке земли, который летает в воздухе, заспавнилось дерево. Охренеть просто. Так, ладно, сейчас мы спустимся. Кого сейчас вообще прокачивать в нашей команде? В том смысле, Тортеру прокачали. Сейчас, Зоруарка точно. Зоруарка прокачаем. А в этом сезоне, как я уже говорил, мы не прокачиваем по командам, это во-первых. И мы не прокачиваем к 60 уровню, потому что это, в принципе, очень долго. В предыдущем сезоне это было очень долго, что... И из-за чего, точнее, такой сезон долгий и получился. Так, давайте вот это уже выкинем. Чизел, ну, что, все больше? Больше ничего, да? Ладно, полетели. Опа-опа-опа. Куда-то в эту сторону? Мы назад летим? Нет, не назад. А, ну, зато уже две эволюции были. То есть мы вышли на охоту и на прокачку, можно и так сказать. Так, вот это... Ух, чуть не умер из-за того, что заглючило. Охренеть. Зорак 36-й. Все, его мы можем тоже выкладывать. Сейчас Урсаринга. Так. Я не знаю, чем тебе ударить нормально. Лучше ничем. Гулета... Ну, я не знаю, какому. Если... Ой, ну ладно. Если Гулет эволюционирует где-то на 43-м, то, наверное, к 45-му мы его будем прокачивать. А чё тут даже выложить? Тут уже даже нехрен выкладывать. Орб, ну вот, допустим, да, вот орб сюда. Это сюда, да? И все. Больше нечего. Да, все. Нужно идти домой и выложить вот это все. Смотрите за алтарями. Вдруг и появится алтарь, а я его не замечу. Так, ладно, дальше. На карте он виден. Не, ну в принципе на карте он должен быть виден. Но я пока что не знаю как. Не, хотя в принципе должно быть видно как. Ну какая-то постройка 100%. Это что-то, это хмары. Ладно. Ладно. В Desert Hills. Сейчас, я хочу Desert Hills найти. В Desert Hills мне писали, что спавнится один классный покемон. Вот, где-то вот тут.
Хоу какой-то. Покеспаун. Хо. Хон. Хот хот. Нет. Хоунд нет. Хоундор, походу. Хоундор. Я надеюсь, я правильно написал. Хоундор. Хоундор, да. Ну, я не знаю, тут ли он спавнится, Desert Hills. Но все же, ладно, найдем, не найдем. Мне написали вот тут, я не знаю, потому что это, в принципе, новая версия. Я, можно сказать, новых, ну... О, вот он. Вот он, вот он, вот он. Да, вот этот, мы его уже замечали ранее. Ну чё, выбираем самого мощного, вот он. Кто-то мне что-то сейчас объяснит, что это вообще нахрен было. Кто-то, ну, хотя бы, ну, небольшую такую логическую цепочку. 19 уровень сражался с 29 уровнем. 29 уровень убил 19 уровня, 19 уровень пропал. И за ним пропал 29 уровень. Твою мать, как? Куда он делся? Охренеть, логика прям зашкаливает, честно. Это кто? Диглет, ну кто же еще? Вот ты. Главное не убиться. Опа! Ну ты маленький, я не хочу маленького покемона. Вот, седьмой. Хун. Опа. Вот, класс. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Левел бол. Давай. Новый покемон, если мы его сейчас ловим, то в наш музей мы уже сможем добавить трех новых покемонов. Да, класс. Так, это уже можно убирать. И полететь куда-то в эту сторону. Да. Грудон, приди. Какие-то там, я не знаю, как это называется, призывы. Давай, Грудоша, мы тебя ждем. Арайкваза. Просто чтобы проверить. Вдруг она, а вдруг? Вот. Минус 670, 3460. Минус 670, 75, 3460. Нет, опять что-то неправильно. А хотя не, правильно. Sunfire Plains. Райкваза, приди. Только если идешь сразу, я тебя ждать не буду. Райкваза, быстро. Быстро приди, Райкваза. А хотя мы даже отсюда можем продолжить. Но, нормально. Райкваза, быстро приходи. Прям быстро. Не. Тут, хотя нет. Чё, тут уже конец? Пинсер. Ну, в смысле, конец острова вот этого или чё? Я вообще никак не могу найти вот этот... мало того, что зимний биом, я даже не могу найти джунгли. Клиник, нет. Я уже, ребята, просто молчу о том, чтобы найти глиняный биом. Ледиба, Ледиан. Разнообразие. Первая и вторая эволюция. Опа, главное не убиться. Так. Это он? Да, это он. Это он, маленький. Ты почтальон, это все, что я придумал. Так, ладно. Чармиллион, не умри, пожалуйста, прошу. Класс. Гулет, не умри, пожалуйста, прошу. Ну, ты да, более-менее, да, Гулет сильный. И на серверах он более-менее такой. У многих он есть, не скажу, что прям рубает, но все же. Так, Scratched, Scary Face. Убираем. Видите, куча вещей. А что вы... Ой, извиняюсь. А что выложить, я не имею ни малейшего представления. Что сюда мы можем выложить? Допустим. Я не знаю. О, вот это мы можем застакать. Класс. Еще, ребята, быстро. Что мы можем еще застакать? Вроде больше ничего, как я заметил. Да, вроде больше ничего. Ничего и ничего. А что? Ну просто, чтобы посмотреть. Браунд. Бэ, не нужен нам, в принципе. Ладно. Дальше. Куда-то в эту сторону. Джунгли. Ребята, давайте все вместе. Джунгли. Придите, пожалуйста. Вы нам очень нужны, честное слово.
Нас там уже, походу, Мью даже заждалась. О, зато мы нашли супер тайгу. Как она нам должна быть полезна. Супер тайга. Супер-пупер тайга какая-то. Ну иди сюда, Пиджи. Пиджи, жопочник, иди сюда. Так. Опа. Чем бы тебя хренакнуть, я даже не представляю. Так, Гулет, давай. Тебе еще 5 уровней осталось. В принципе, сначала ты еще должен эволюционировать, да? Ну что, вот этому, Найт, ну да. Давайте тогда Свамперт. Свамперт на все случаи жизни. Летающий убьем, огненный убьем, электрический убьем, травяной убьем. То, что места у нас, ну нету. Ну нету у нас места. Чтобы выкинуть. Лопату выкинем, она уже и так не очень. Вот это выкинем. Ну еще да, и вот это выкинем. И нужно уже идти вот это все выкладывать, потому что это жопа. Сколько у нас вещей. А убиваем боссов, с них еще выпадает. И мы не можем, в принципе, поднять даже. Супер тайга. Ты очень полезная. Я не знаю вообще, есть ли тут какие-то разницы с обычной тайгой, но... Так, ладно. А кто на пляжах спавнится? Я, если честно, не помню. Пиджиотто. Вот кто на пляжах спавнится. Опа. Так, вот он. Это он? Нет, вот это он. Это он. И вот так, да? Так, и вот так. Так, и еще раз. Ну, как назло, знаете, когда у нас место... Ладно, все, ладно, уже не нужно материться, ребята, я уже понял, все, идем мы домой. Это уже просто, и меня это бесит, что у нас вещь, ну, чизы, ладно, выкинем. Что еще можно выкинуть? Что в малых количествах? Давайте, ладно, вот эту выкинем. И, допустим... Ну, я не знаю. Знаете, еще... А, вот, класс. Это и вот, класс. Это. Тогда еще даже Чизел можно обратно забрать. Хотя нет, нельзя. Там еще вроде... Опять босс. Нет, я не хочу. Я не хочу вот так. Нет, не нужно. А сейчас, знаете, то есть уже такой тролль... Это я где заспавнился? Ну да ладно, и так близко. Это уже, знаете, такой тролль пошел. О, у тебя нету вещей? То есть у тебя нету места в инвентаре? О, тебе некуда складывать... Свои вещи? О, мы придем к тебе, держи кучу боссов, иди их убивай. А сейчас я поставлю вещи в сундуки, приду, а там ни одного босса не будет, как всегда. Так, ладно, это складываем быстренько. Это. Сюда тоже идут и покеболы. Сюда вот это. И сюда вот это. Вроде все. Так, сейчас еще отсюда нужно выбрать, потому что тут, в принципе, тоже куча вещей. Сюда быстренько вот это складываем. Так. Ой, нет. А, нет, в принципе, да, сюда. Еще что? И вот это, да? Опа. И сюда, опа. Вроде все, да? Да. Ух, ну как все? Оттуда все, а тут еще есть. Так. Это. Сюда вот это. Сюда вот это. И забыл вот это выложить. И еще вот. Так. Все, это последнее уже. Опа. Зато хотя бы уже место расчистили, уже нормально. Смотрите, ребят, я вроде уже все выложил, да? Да, это можно сюда положить. А вот это еще, на всякий случай. Ну, давайте. Это тоже сюда. Ну, хотя бы как-то расчистили инвентарь. И вот это тоже сюда. Все, да? Так, вот это. А куда я орб складывал? Вот. Так. Фу! Расчистили. Лопаточку бы нам нужно, но ладно. Хотя давайте сделаем чё тянуть, да? Ой, вот так.
Вот так. Мы себе нормально так добыли, в принципе, вот этого железа. Мало того, что мы в шахте кучу себе его добыли, так мы еще и добыли кучу вот в этом, как его, ну, на помятнях. А знаете что? А давайте сделаем эту серию, в принципе, долгой. Очень долгой. 730, 75, 3300. Хотите, ребята, долгую серию? Если да, то с вас лайк, потому что без лайка вообще длинная серия не получится. Поэтому ставьте лайк. Я надеюсь, в принципе, все любят длинные серии, потому что предыдущая вроде серия вышла на 38 минут, короче, 40 минут, и многие уже, в принципе, говорили: ух, нифига себе, серия на 38 минут, то есть, ух, спасибо, Эдисон, то есть, большая серия, да? А сейчас, знаете, ребята, еще, наверное, больше серия будет. И если вам это нравится, то ставьте лайки, чтобы я знал, что вам нравятся длинные серии, потому что, в принципе, длинные серии очень, ну, в принципе, очень долго грузятся, можно так сказать. На это они длинные, на это, можно сказать, они большие, да? Стой на месте, зараза, мелкая. Куда? В какую сторону? Хрен... О, стой, стой там! О, класс, попали. Галет. Ну, мы ее должны убить, если она нас быстрее. Ну, хотя вряд ли она нас убьет. Опа. Класс. Ну, три вещи, нормально. Так, в какую сторону? Давайте, я не знаю, если честно. Куда-то вот туда, да? Да. Пойдем. Иви. Ну, на всякий случай, да. И дратини, точно, я же хотел дратини. Вот. Ну, если вдруг где-то над водой будем пролетать, да, и вдруг там дратини заспавится. Иви я пока что не вижу. Вижу. Как не вижу, да? То есть, чё ты, Эдисон, как ты не видишь Иви, если вот она? Не она, а они. Опа! Так. Быстро. Я уже понял. Левел бол. Хренакс. Иви, залазь. Иви. Не будь жопошницей. Иви. Класс. Дальше. Опа. Иви. Не будь жопошницей. Иви. Жопошница. Опять? Давайте. Иви. Не будь точно жопошницей. Ну просто не будь ею, пожалуйста. Иви. Нет, ребята, это редкий случай, то есть это не лечится, это просто последняя стадия жопошництва. Нет, тут уже вообще никак не излечить вот это, если честно. Вообще никак. То есть 10 уровень Иви — это просто вершина жопошництва. Но бывают редкие случаи, которые лечатся, но это очень редко. Ну, ладно. Так, дальше. Ну да, конечно, с рюкзаком вот тут летать как-то не вариант, ну да ладно. Пожалуйста, еще. Иви. Я надеюсь, ты, ну хоть ты не жопошница, пожалуйста. Нет, ты походу ее братуха там, или сеструха вот у Иви, которая была до тебя, точнее. У вас что тут? Секта жопошниц. Секта. Братство какое-то. Сидите тут. Жопошничество эти. Короче, слово я, конечно, хочу придумать или что. Но зато смотрите, сейчас мы наловим Иви. Сейчас мы наловим Иви. У нас, короче, Иви будут на все случаи жизни, да? Так. Да, в принципе, мне многие люди писали, даже не то, что иди там, найди какого-то шайни, попробуй найти, а иди слови Иви, то есть. Наверное, больше Иви любят, чем кого-то другого. Так, пора, стой. Вот, ух, сотый, ух. Крутой парас. Вот зараза. Но тут сотый уровень уже должен, в принципе, дать нормальный уровень, если мы, конечно, его убьем. Нормальный уровень не Галету и... Ни хрена себе, у него... Он Иксизер использовал, написал. Редчайший случай.
Мы его практически убили. Пожалуйста, галетушка, класс. Хрена себе. Ранч апгрейд, класс. То есть мы потом сможем еще лучше разводить наших покемонов. Так, если бы еще видно что-то было. Так, опа. Ребята, мы словили кучу Иви. Я надеюсь, вы рады те, кто просили словить. Ой, да что ты... Потому что Иви это нормально. Так, ладно. В поисках джунглей. Джунгли. Это кто? Диглет. Иди в жопу, Диглет. Джунгли. Зимний биом. Шани! Нет, не улет! Твою мать. Кто это мог быть? Ну, Парас мог быть. Кто еще мог быть? Белспрот мог быть. Зубат. Ну, в принципе, да, Диглет. Гасли мог быть. Я хочу Гасли, но сейчас... А давайте. Гастли. Опа. Паскуда, а? Родженролла нет, не хочу. Был там Шайни, но мы его не успели словить. Ну, в смысле, не успели словить. Мы улетели за пределы его видимости, и поэтому и не успели. А Гастли, походу, в земле, а я в землю не хочу рыться, ребят. Честное слово. Давайте не сейчас, наверное. Дратини. Потом мы его, может, словим. А ночью вообще, походу, из легенд никто не спавнится. То есть, всего лучше летать днем, а не ночью. То есть, днем, например, даже если мы через лес будем пролетать. А вдруг? А вдруг? Селеби заспавнится. Если мы будем пролетать через какой-то, через какой-то лес вот этих цветов, да? Вдруг. То есть, я не говорю, что 100%, но вдруг. Так. Поспим. И пойдем. Только я не знаю, куда мы пойдем. Вот сюда мы пойдем. 1575, 1300, допустим, да? Нет, 800. Ай! Не-не-не. Зато ща лучше нужно покушать. Класс, все, дальше. Звуки вообще не слышны, да, толком. Но зато вот звук этого ранца прям раздражает, если честно, иногда. Сивадлу. В этой серии вы заметили ли просто хреново тучи вот этих боссов? Прям нереально много. Урсарин прокачанный, Чармелеон остался. Ребята, мы еще домой пойдем. Так. Dragon Rage. Твою мать, а. Нихрена себе. Один удар. Но так просто не возьмешь. У нас еще Зорарк остался. Ну, тебя я не знаю. Вот, норм. Так, ща, покехил, быстро. Быстро, потому что тут, в принципе, и куча вещей опять выпало. Места у нас опять нету. Так, это быстренько складываем. Это. Отлично. Что там еще? Вроде ничего, да? Еще одна деревня. Ни хрена себе деревень. О, кузница. Что сейчас тут будете, ребят? Если помните, в каких-то сериях мы нашли full set железной брони. Да, ну это я уже размечтался, наверное, full set алмазной брони, но все же. Так, норм. Седло нам не нужно. Забрали. Полетели дальше. Какой-то стоп. Давайте сейчас. Ух, ну допустим. Я вообще там? Нет, вот тут нужно. 1500-1800. Вот куда нам нужно. Только давайте сейчас вот туда полетим, да. Иви, в принципе, да, если даже там парочку Иви не будет хватать, если что, мы потом вернемся. Потому что сейчас я уже, в принципе, если честно, не хочу опять за Иви идти. Еще деревня. Ребят, мне кажется, или реально что-то много деревень не спавнится. Деревень. Опа, это походу у нас какой-то сельский эконс, да, возле деревни заспавнился. Так, а я хотел домой идти, точно. Ну, ща я пойду, потому что нужно покемонов уже поменять. Ребята, мы уже всех их прокачали просто.
Ух, вот так. Нормально. Вот Switch. Так, ладно, в деревню мы еще вернемся. Лайк за длинную серию. Ребят, не забываем, серия просто реально длинная. Это кто у нас? Арон. Но он в земле, поэтому нет. Фу. Опа. Чуть опять не убились. Покемонов поменять. Все, у нас уже все прокачанные покемоны. Зорарка мы выкладываем. Ну как все? Тортеру мы выкладываем. Урсаринга мы выкладываем. Галета еще не выкладываем. Сейчас, кого бы взять? Берем Кабутопса. Берем Сандайло. И берем... Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ну давайте Фанпи. А как Фанпи эволюционирует? Сейчас. Хотя, не, он вроде уровнем эволюционирует. Ну, короче, ладно, дальше потопали. В какую сторону? Одиш. Не, ну это просто капут. Столько боссов, это просто с ума сойти, честно. Так, класс. Первый, ой, вылечим. Хотя нет, вроде все вылеченные. Ну да ладно. Первый у нас идет сейчас Кабуто. Так, вот так. Потом давайте Сандайло, если его не убьют. Потом Фанпи давайте быстренько. Его убили. Ну и давайте, я не знаю, Чермиллиона, если его не убьют. Хотя вряд ли. Ладно. Ух, короче. Короче, давайте мы. Да и все, будем и париться, да? Куча, в принципе, уровней, но нормально. Да, так, ладно. Что там, что там, что там, что там? Это выложим, это выложим, это выложим. Это выложим, это тоже, это тоже, это тоже. Фу, ладно, дальше. В какую сторону? Да, вот в ту. Быстренько полетели. Какая-то легенда где-то, пожалуйста. Может, если надумаешь, мы тебя ждем. Да, ну, в принципе, я уже, знаете, уже хотел сказать, что я забыл, где находилась вот эта деревня. Но вот она. Там вроде еще одна кузница. А мы тут облутали или нет? Опа, вроде нет. Это мы же только ее сейчас нашли, да? Улей там я вижу. А смотрите, как через бол выглядит классно. То есть и так классно, и смотрите, вот тут в левом углу, там, где показывают покемон, ну в баре, или как это называется. Так, вот. Классно тоже выглядит. Опа, тоже нормально. Фу, полетели. Форест. Форест, Флавер Форест. Нету такого? Нету, походу. Ладно. Летим мы тогда... О, еще боссик. Ребят, это даже не начало охоты, это просто... Глобальная прокачка, можно как-то и так назвать. Потому что в этой серии мы, если честно, очень много покемонов прокачали, и очень много покемонов мы выложили. Знаете что, ребята? А давайте в этой серии мы не будем... Ладно, убьешь так убьешь, пофиг. А в этой серии мы не будем добавлять подписчиков в это. О, первый экспешер. У меня сейчас прям кайф. Я не знаю у кого. Давайте Фанби. Первый экспешер в этом сезоне. Эх, не спустя, спустя не знаю сколько времени, ну да ладно. Гул'дин. Ой. Гул'дин, Гул'дин. Тогда и Фанпи у нас уже... Ну, в смысле, первым мы тогда будем еще кидать Галета. Вторым Кабуто, если его убили, ладно. Потом Чермиллион, потом Сандил. Ладно, убили. Тогда давайте Галетом. То есть тоже и так... И Галету, ладно. Зато Фанпи нормально уровней пойдет. Так. Да, не нужно нам вот это. Ух. Так, быстренько вылечимся. И опять в эту сторону. Серия реально длинная. Ребята, вы себе не представляете, сколько она будет грузиться. Но как бы она уже загрузилась, потому что вы уже ее смотрите. Тогда сколько она грузилась, да? Поэтому, ребята, я думаю, что она заслуживает лайка, потому что реально долго грузилась. Так. Но я думаю, сейчас уже, в принципе, можно заканчивать. То есть в этой серии мы просто летаем, прокачиваем покемонов. Но смотрите, кого мы можем выложить. Мы уже сможем выложить в наш... музей Чермиллиона мы уже сможем выложить, ну в смысле добавить новые статуи. Кого еще там? Урсаринга, да, потом еще кого-то, ну короче еще парочку покемонов, и это в принципе классно. Ох, Флавер, ой, опять залагал, ну из-за того, что грузится, да.
Flower Forest. И там, походу, зимний биом. Пожалуйста, я тебя прошу. Вроде, да, зимний биом, я так думаю. Селеби, приди, Селеби, приди, Селеби, приди, пожалуйста. Зимний биом, и возле него куча, в смысле, очень огромный биом с цветами, там, где спавнится Селеби. Селеби, пожалуйста. Маленькая хренотенечка, я тебя прошу, пожалуйста, приди. Мы тебя все ждем, прямо сейчас. Давай на счет три. Придешь? Пожалуйста, давай. Один. Два. Два с половиной. Не знаю, я сейчас закрою глаза. Два с половиной. Два на ниточке. Три. Она там заспавнилась, ребят? Я просто не смотрю, честно, я глаза закрыл. Пожалуйста. Ах, нет. Ну да, горите. Эдисон много хочет, да? Забежал в лес, заспавнилась Селеби. Но зато мы нашли зимний биом, что уже круто. А мы тут на пылесосы старые знакомые. Я по вам скучал. Так, Сандайл давайте, если его не завалит. Чермили он тут должен. Нет, не должен. Так, Свампер зато тут должен 100%. Да, Свампер нам должен. Так, вот, отлично, вылечимся. Фух, ладно. Там, ну, давайте еще вот этого пылесоса убьем. И Гулетта. Ему еще 3 уровня осталось. Не убей, пожалуйста, пожалуйста. Класс. Так, ладно. А Селеби днем, да, спавнится? Ну, в принципе, мне кажется, ясно, что днем, но все же. А, смотрите, сейчас в течение каких-то минут мы уже даже найдем алтарь, мне так кажется. Так, ну это в земле, да? Мне так кажется, что мы сможем найти алтарь. А если мы найдем алтарь, то тогда мы уже начнем даже прокачивать орб. Ну хотя, знаете, то есть, ладно. Джунгли мы не нашли, но зато зимний биом нашли. Это уже круто. Это уже круто. Хотя бы что-то нашли. Не зря мы сейчас летали или сколько там летали. Это уже круто. Ну, сейчас еще нужно, не знаю, сколько полетать, чтобы джунгли найти, да? Свайнуп. Тоже, наверное, столько же, если не больше. Опа. Свайнуп, ты где? Вижу. Вижу. И Гулетушка, пожалуйста. 3 уровня тебе осталось. Ух, Кабуто. Ну, Кабуто еще, в принципе, много уровней осталось, но... Ребят. Да почему ты меняешь? Я что-то не догоняю, почему он меняет, каким фиг его знает. О, класс. Матшот. Так. Опять места нету. Опа, 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 опа. Вот так. А мы, походу, даже и алтарь не найдем. Ха. Ну да ладно. Ладно, короче, ребята. Давайте, я не знаю. О, давайте сюда. Это чё, нет? Просто сейчас я хочу посмотреть, куда я тпхался. О, давайте сюда. Вот. Рейкваза, приди, пожалуйста. Как раз ночь, как раз... Sunflower Plains. Будь хотя бы ты другом. Селеби не пришла. А тут как раз мест для тебя офигеть как много. Пожалуйста. Вряд ли они, конечно, придут. Чё... Не знаю, в принципе... За 20 серий или за сколько там. Легенда еще не заспавнилась. Хоть мы уже и находились во многих местах. Ну, может, они порезали просто спавн легенд. Они в каждой, наверное, новой версии делают как бы больше легенд, да? То есть практически в каждой новой версии они, ну, не в каждой, но вот за эти последние версии они добавили много легенд. И, наверное, и порезали спаун их, потому что добавили новых легенд и 100% какой-то спаун порезали. Но все же, ладно, никто не спавнится, допустим. Ладно, давайте домой быстренько. Фух. Ребят, давайте уже на этом заканчивать. В этой серии я не буду никого добавлять в музей. Ну, или хотя... Фиг его знает. Ну давайте, ладно, так уж и быть. Так уж и быть, добавим.
Я сейчас, давайте вот это. Это удалим, это сюда. Я просто хочу взять Чизел, вот. Ладно, давайте добавим парочку людей, кого мы, в принципе, можем добавить, да? Вот так. Так. Чармелеон, да? Да? Нет. Чармелеон. Вот. Я не знаю. В принципе, да. Сейчас я посмотрю, кто у нас дальше по списку. Дальше по списку у нас идет Пинкиняшка. Пинкиняшка, поздравляю. Дальше. Урсаринга. Мы его поставим вот сюда. Так. Урсаринг. Вот. А почему ты так с руками? Дебил. Так, ладно. Да что ты? Я хочу просто по центру поставить. Вот. Хотя как вот. Ури. А почему ты не... Вот. А, он как бы потом сам переставляется. Урсаринг. Вот, норм. Так, кто у нас там дальше по списку? Так, Пинкиняшка, я тебя удаляю. Дальше у нас идет Данил Беляков. Это по списку, то есть я... Кто как записан в списку, по порядку все так идут. Беляков. Вот, класс. Вроде больше никого. Давайте еще раз посмотрим. Лагучая хренотень, а. Так, ребят, это 100% нужно перезаходить, потому что залагало. Ух, так, это сюда, это сюда, это сюда. Точно, мы еще можем поставить Хундура, но у нас нету места. То есть, все, у нас уже кончились места в нашем музее, поэтому мы поставим только тогда, когда я дострою, ну, еще какой-то этаж, и там тоже будет место для того, чтобы поставить покемона туда. А смотрим на эволюции. Мы, походу, да, больше никого не прокачали, чтобы поставить. Урсаринг, Тартера, да, Шакл, Зоруарк, Блазикен, Иви, Гулет. Ну, смотрите, Гулета, в принципе, мы уже в скором времени прокачаем, так же, как и Чаризарда. Да, в принципе, и Фанпи там вроде 5 уровней осталось. И тогда мы уже добавим Дрифлун. Ну, давайте, знаете что? Если сейчас хватит Гулету для того, чтобы эволюционировать, вот эти... Сейчас, я не буду пока что выключать гейммод, чтобы просто быстрее закончить и... Да попади ты уже вот. Ух. Мы его убьем. Смотрите, ребята. Мы... Прикол, мы его сейчас еще убьем. Вот. И Гулет эволюционирует. И сейчас мы еще сможем добавить еще двух покемонов в музей. То есть еще одного Галета напротив первого Галета, да, потому что только одна эволюция. И потом еще... ну, на первом месте, там, где стоит финальная эволюция, то есть Гулурка, да? Так, Heavy Slam. Вот так, давайте. Быстренько, вот, ну, в принципе, ай. Сейчас уже можно включить, чтобы было громче. Потому что с этим бэкпаком реально обосраться можно, он такой громкий. Так, ну и смотрите, ой, и смотрите, два новых покемона. Нет, он боком будет стоять. Вот нужно вот так. Гулет. Нет. Ну, походу, какой-то вот такой, да? И потом вот тут... Да чё сейчас? Опять боком поставил. Нужно, чтобы он прямо смотрел. Гулурк. Ух. Во, красавец. Так, дальше по списку у нас идет Данил Беляков, я тебя добавил, удаляем. Дальше идет у нас Артур Прус. Артур Прус. Сейчас, тебя мы тоже удаляем. И дальше у нас идет Денис Охременко. Охременко, ну ладно, прикольная фамилия. Денис Охременко.
Не, ну реально прикольная фамилия, то есть, когда ты надоедаешь. Денис, ты чё, охременку нафиг? Ну ладно, без шуточек. Идем мы домой. Не убьемся? Нет. А то третьего сезона нам уже хватило, да, чтобы наубиваться. Точнее, нет, не третьего, а четвертого, да. В четвертом сезоне мы столько от этих падений умирали, что с ума сойти. Трех новых покемонов мы добавили, класс. Гулурку еще два уровня, чтобы было, ну, в принципе, нормально, а то не сразу его выкладывать. И потом... Потом... Кого-то другого возьмем, да? Я потом постараюсь достроить музей. Ребята, серия около часа. Я надеюсь, вам понравилось. Я надеюсь, вы поставите за это лайк. И оставите тоже положительный комментарий. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Сейчас я в вашу честь кушаю вишенку. Точнее, даже три или четыре, но три. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.